Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. У вас же скоро собрание. Предоставьте этих ребят мне. Ты ведь не собираешься опять бездельничать? Да бросьте. Присматривай за ними. Хотя можешь только делать вид. Всем пофиг. Нам надо ответственно относиться к своей работе. Нафига? Ладно, пожалуй, вздремну. А ты работай. Вот зараза. Я ж только сложил эти бумаги. Сейчас не об этом надо беспокоиться. А что, если Ямато сильно пострадал? Не волнуйся, он крепкий орешек. Да суть совсем не в этом! Замнадзирателя, вы в порядке? Ямато напал на меня первым. Да какого черта это мне нотации читают? Цукумо, а ты сам не ранен? Кости вроде не сломаны. Но отрабатывать падение мне стоило бы чаще. Что? Что такое? Ничего, просто ты раньше был каким-то другим. Типа ниндзей. Вот блин! Они увидели обычного меня! Я ж сгорю от стыда! Ты не японский ниндзя? Чё? Нет, ну... Что? Цукумо, ты правда не ниндзя? Ну, как бы... Ты не японский ниндзя? Это долгая история. Прямо дежавю какое-то. Что ж, видимо, другого выхода нет. Мы тогда сами туда отправимся. А я ведь тебя чисто по доброте душевной попросил. У тебя должно быть дел не в проворот. Ведь Ямато из Сейтара сейчас в лазарете. Я рассказал тебе об этом, потому что не хотел без лишней надобности добавлять тебе работы. Ты что, забыл, что мы здесь главные спецы по побегам? А, Хаджима? Думаете, что у вас это получится? Ну, разумеется, у нас же есть Джуга. Кому как не тебе это знать, а? Ну что, смекаешь, кто из нас пострадает больше в случае нашего побега? Ты мне так угрожаешь? Я? Да нисколечки. Мы вежливо тебя попросили, а ты нам отказал. Ну так что, Хаджиме, готов на сделку? Сделки заключают, если условия выгодны для обеих сторон. А какая выгода мне вас с собой тащить, а? Совершенно никакой. Я заключаю сделки, которые выгодны только мне. Тогда это нихера не сделка. Начальница ведь куда-то уехала? Думаю, нам самое время валить. Так ты и об этом знаешь. Обалдеть. Уну уже почти удалось развести Хаджиме. Заговаривать зубы — это его конек. Ну, что решил? Возьмешь нас с собой или нет? Или считаешь, что ничего не случится, пока тебя здесь не будет? Он прав. Оставлять их без присмотра опасно. Они непредсказуемы. Но если забрать только 15-го, вряд ли остальные двое будут просто так тут сидеть. Если они что-нибудь учудят, мне ж за них жопой отвечать. Ямато и Сейтара сейчас на лечении и не могут за ними присмотреть. Других просить о помощи бесполезно, только я могу поймать этих полудурков. Плюс 11-й знает, где все ловушки. Если он их активирует, штаб точно все узнает. Но я не могу быть уверен в том, что они будут послушными, если взять их с собой. Давай речи! Ладно, но только в этот раз. Шикос! Круто! Однако, вы помните, что будет, если начнете выпендриваться? Да. Слышь, Ника, а это что это у тебя? Аптечка с моими лекарствами. Мне ее Сейтара сделал. Точно. Сейтара же... Он был классным парнем. Он еще живой. Что происходит? Ну, узнать это будет твоей задачей на сегодня. Так или иначе, я буду ждать от тебя вестей. Козел самовлюбленный. Кстати, почему у тебя здесь кот? Ой, что-то рация плохо ловит. Как эта дверь открывается? Взломаешь, Джуга? Наверное. Открылась. Эй, ты что творишь? Я ничего не сделал. Она сама открылась. Что? Что за херня?
Опять вы, уроды, что-то нажали, блин. Мы ничего не трогали. Вы настолько тупые, что попали в ловушку, ничего не задев? Вообще-то... В эту ловушку угодил ты. Чё за херня? Бу-га-га-га-га! Ты прям как горилла в зоопарке, блин! Сейчас обоссусь! 11-я, ну заткнись, мудила! Ничего, сейчас разберемся. Что? Теперь еще и в кандалах? Вот долбоёб! Блин, такая ржака! Ты нас специально посмешить решил? На кой хер мне вас смешить? Вам хана, говнюки! В клетке и в наручниках не может быть! Только зэки хорошо выглядят в наручниках. Как такое произошло? Харе! Если не нравится, так попробуй выбраться. Хаджиме? Хаджиме? Заснули! Пожалел бы!